Ну, в принципе, все, что задумывали на сборах сделать, да, все получилось. Очень вот на этом турнире очень интересные команды играли против нас. И нам пришлось проявить ну, и мастерство, и характер, и силу воли, и все. Поэтому я думаю, что все спарринги, которые мы прошли, нам очень сильно помогли. У вас влилась большая группа новичков в команду. Они уже освоились? Как себя проявляют, на ваш взгляд, как тренера? Они, я надеюсь, что они освоились. Я, судя по игре, я думаю, что они освоились. И как бы я очень доволен всеми новичками. Как бы это каждый, кто к нам пришел в команду, это игрок, который ну, обязан, наверное, не способен, а обязан нам помочь. И думаю, так оно и будет. Если подвести итоги сборов, заканчивается подготовка, вы довольны проведением? Были Сочи, Турция, вот сейчас Кипр и еще Сочи предстоит. Всеми сборами доволен. Прежде всего, повезло с погодой. Сами знаете, и на Кипре бывает капризная погода, когда дожди льют. И в Турции такое же может быть. Но нам повезло. То есть мы все сборы провели, мы провели все, что планировали. Впереди еще у нас уже подготовительная уже часть непосредственно к чемпионату. Но я думаю, ту работу, которую мы запланировали, мы все выполнили. Впереди у вас игра с Армавиром. У вас уже есть в голове основной состав? Прикидывайте, кого можно выпустить в старте на этот матч? Ну, конечно, примерно-то я уже прикидываю. Ну, скажем так, процентов на 80. Я состав знаю. Вот. Но, опять же, сегодня второй тайм показал, что ребята, которые вышли во втором тайме, ну, тоже хотят играть в составе и своей игрой это доказывают. Так что мы еще будем думать. Спасибо большое.